Приехали мощные пауэрбанки, вот такие вот на 30 тысяч емкостью. Цена очень хорошая была. И у меня есть вот такой интересный тестер. Он тестирует, сколько через него прошло миллиампер на разряд. Он показывает текущий вольтаж, время, текущий ампераж, который он отдает. И вот сколько в данный момент сейчас уже вышло энергии с этого пауэрбанка. И вот такая вот нагрузка. Два резистора, они очень сильно греются. Включен только один, на 1 ампер, потому что на 3 ампера я боюсь, что, во-первых, начнет вырубать пауэрбанк. А во-вторых, очень много тепла. Сейчас пойду на улицу, вынесу в прохладное помещение. Посмотрим, то есть по расчетам, да, нам еще всю ночь разряжать этот пауэрбанк. Но отдает он энергию хорошо, я заряжал мощное устройство. То есть, в принципе, вот здесь вот он может и заряжаться, и разряжаться через Type-C. Соответственно, все очень хорошо. Всю ночь на разрядке ставил пауэрбанк. Сейчас нагрузка выключена. Я подключился к другому пауэрбанку. Вот такая у нас получилась картинка. Почти 20 часов. И на отдачу 23 тысячи у него. То есть 30 тысяч он берет, 23 тысячи он отдает. Сейчас буду заряжать. Опять же, это первый тестовый запуск, то есть чисто теоретически он будет больше потом отдавать, когда разгонится. Но вот примерно потери на зарядке и разрядке составляют около 30% КПД.